игра, не забава. Рискуя жизнью, жизнь других спасать. В Химках отметили День пожарной охраны России. 370 лет они борются с огнем. Этот день особенный для Евгения Поличкова. Пожарный с 10-летним стажем не раз спасал жизни людей. Сегодня рассказывает школьникам о безопасности. Показываем мы технику, машину, аварийно-спасательное оборудование. И вот техника, автолестница. Во Дворце культуры «Родина» прошел торжественный концерт. Наградили ветеранов и действующих сотрудников МЧС. Отметили и руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина медалью за политику в области гражданской обороны. Награду от его имени принял заместитель главы Александр Прокопенко. Он поздравил всех представителей благородной профессии. Одна из немногих служб государственных, которая находится в состоянии постоянной готовности, которая постоянно готова выехать, убыть на борьбу с огнем, там, спасать жизни, спасать имущество. Вот, и сказано было, что итог вашей деятельности – это тысячи спасенных жизней. Это, наверное, самая главная и самая высокая оценка вашей вот этой нелегкой работы. Сейчас во всем Подмосковье работают около 13 тысяч пожарных. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.